Приветствую, смертные! На ваших крадах Azeroth Reborn, мод для второго StarCraft, который переделывает третий Warcraft под его движок, и, соответственно, с последняя глава, 9-я. Что ж, давайте посмотрим, чем все это закончится. Здесь, кстати, видно, это не освещение, это снег. You lied to your men and betrayed the mercenaries who fought for you. What's happening to you, Arthas? Is vengeance all that's important to you? На поверхности модели. You weren't there to see what Mal'Ganis did to my homeland. The Dark Lord said you would come. This is where your journey ends, boy. Trapped. And freezing at the roof of the world, with only death to sing the tale of your doom. This looks bad. We're completely surrounded. There's still one chance. Help me claim Frostborn. If it's as powerful as you said, it might tilt the scales in our favor. I have a bad feeling about this, lad. But I promised I'd see this through. Captain, I'll leave you to organize our defense. Let's move out. Ну, здесь этот снег вроде классно смотрится весьма. На самом деле, прикольная фича StarCraft'а. Ну все, по всей видимости, нам также надо удерживать и базу, и ходить за Артаса, но посмотрим, думаю, справимся. Разумеется. Поехали. За честь и отвагу. Нам дают грифон райдеров, соответственно. Конечно. Все надежды я буду возлагать на них. Да, кстати. Жду твоего приказа. Отряд надо. Отличный план. Так и будет. Иду. Вот так-то лучше. Время молота. Иду. Талисман жизненной силы. Так, я готов. Так вот, конечно, грифоды сдвинуты. Не нужно платить. Почему-то. Время молота. Так и будет. Никогда и почему. Я готов. Чем бы заняться? Вот так-то лучше. Обычно люди соображают быстрее. За честь и отвагу! На нас напали! Ой. Кто-нибудь? Я готов. Ой. Ой. Тебе нужна. Ой, что я наделал. Давайте. Наш город осаждают враги. Да будет. Ваша светлость. Свет дает мне силу. Я готов. В чем проблема? Вот это, конечно, ультра-мега насрал. Вообще. Лучше переиграть это дело. Ладно, я понял. Значит, с самого начала будем башнями спамить. Ну чё? Теперь чуть поаккуратнее будем это делать. Да чё за тень такая нарисовалась тут? Да, господин. Ну, я пошел. Хорошо. Угу. Хорошо. Чего? Где враг? Я готов. Отличный план. Разумеется. За честь и отвагу. Разумеется. Так, вот на что жалуетесь? Да, мой друг. Ну, да будет так. Второй бы отряд вынести. На нас напали. Кто-нибудь ранен? В чем проблема? Да. Я готов. Job's done. Хорошо. Так, топ-10. По имя правосудия. Я служу свету. Конечно. На нас напали. На нас напали. Наш город осаждают враги. Ваша честь. Да, мой друг. Да, милорд. Что прикажете? Thank you.
Свет на нас напали. Да, господин. Опять работает? Блин. Хорошо. Чем могу помочь? Не так быстро. Ох, что я теряю всех, кого не попадя. Да, дайте цель. Да будет так, ваша воля. Приступай. Тебе нужна моя помощь? Во имя правосудия. Upgrade complete. Ну, если ты настаиваешь. Да, хорошо. На нас напали. Ну, я пошел. Опять работа. Чего? Хорошо. Угу. Ну, я пошел. Хорошо. Хорошо. Угу. На нас напали. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Неплохая мысль. Так, я готов. Так, 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 так. Где храм истины? Качать жрецов. Тебе нужна. Свет дает мне силу. Job done. Job done. Я готов. Отличный план. Так, конечно. Максимальный левел. Иду. Отличный план. Чего хочешь, зайка? Ну, если ты. Чем я могу помочь? Job done. Job done. Job done. Не хватает золота. Поганого золота не хватает. Опять работа. Угу. Во имя наш город осаждают враги. Блин, ну конечно напали в самую незащищенную точку, а? Это. Надо, кстати, качнуть стеночки. Наш город осаждают враги. Неплохая мысль. Где враг? За честь и отвагу. Все, ладно, отличный погнали. План. Разумеется. Чем медленнее, тебе нужна моя помощь? Чем скорее Артус у нас будет в лагере, тем проще будет обороняться. Офигеть, Малганис уже здесь. Опять работа. Говнюка. Свет дает мне силу. Не так быстро, котик. На нас напали. Это дело эльфа. Во имя правосудия. Я готов. Обычно люди соображают быстрее. Вот это жестко, конечно. Я служу свету. Отличный план. Разумею. Чем я могу помочь? Чего? Угу. Хорошо. Ну, я. Да. Хорошо. Угу. Хорошо. Хорошо. Upgrade complete. Конечно. За честь и отвагу. Конечно. Turn back, mortals. Death and darkness are all that await you in this forsaken vault. I doubt there's anything down here more terrifying than what we've faced already. Believe what you will, boy. You shall not pass. Офигеть, он жирный и крепкий, а? Turn away. Наш город осаждают враги. Too late. Still trying to protect the sword, are you? No. Trying to protect you from it. Все, мы молодцы. Прекрасно. Behold, Mirrodin, our salvation.
Frostborn. Halt, lad. There's an inscription on the dais. It's a warning. It says, whomsoever takes up this blade shall wield power eternal. Just as the blade rends flesh, so must power scar the spirit. Oh, I should have known. The blade is cursed. Let's get the hell out of here. I would gladly bear any curse to save my homeland. Leave it be, Arthas. Forget this business and lead your men home. Damn the men! Nothing shall prevent me from having my revenge, old friend. Not even you. Now, I call out to the spirits of this place. I will give anything or pay any price, if only you will help me save my people. Так сдалека, блин, распознал Мурадин все эти надписи. Теперь я Артас Бой. Prince Arthas, where is Muradin? We can't hold out for much longer. Muradin is dead. But take heart, Captain. The enemy will not stand long against the might of Frostborn. О! С нами даже вся братья телепортировалась. Здорово, здорово. Так, ну шо, теперь бы напасть куда-то. Как золота, конечно, не хватает, а? It's devouring the undead and replenishing my powers. I knew it would ensure our victory. Чего? Я служу свету. Не нужно кланяться. Конечно. В смысле, как он тебе хапо восстановил, разумеется. Или что, я не понял? Где враг? Хорошо. Хорошо. Угу. Да. Ну, да, господин. Хорошо. Угу. По имя правосудия. Погуляю пока за Артаса. Нам нужен бы экспанд по-хорошему и замочить эту базу андедов. Как видно, нападения там не очень большие. За честь и отвагу. Может, получится что дельное из этого. Не нужно кланяться. Job done. Свет дает мне силу. Отличный план. Разумеется. За честь и отвагу! Конечно. Отличный план. Конечно. Job done. Да вроде у него хпшечки восстанавливаются, как видно. Типа лайфстила у него что-то. Разумеется. За честь и отвагу! Где враг? Я служу свету. Опять работа? Чего? Свет дает мне силу. Job done. Во имя... Да. Да, господин. Да. Research complete. Ну, я пошел. Хорошо. А, наверху же, в принципе, не это... нужно платиться. Экспан был, да? Ну туда, блин, Мал'Ганас рано или поздно нападет, так что опасно. Отличный план. Поэтому займем здесь, пожалуй. За честь и отвагу! Так, конечно. Это походу вся охрана, которая тут есть. Я служу свету. Так что вообще отличный не план. Страшно. Найти цель! Свет дает мне силу. Конечно. Где враг? Не нужно кланяться. Ох, как, конечно, FPS тут проседают. Во имя правосудия.
Job done. Да, сэр. Я служу свету. Upgrade complete. Пора клепать грифонов. Где враг? Разумеется. Отличный план. За честь и отвагу! Чем могу помочь? Наш город осаждают враги. Тваря. Свет дает мне сил, ведь я служу свету. Где враг? На нас напали. Это было ожидаемо. Ваша честь. Свет дает мне силы. Офигеть. Отличный план. Разумеется. Можешь... Куда стрелять? Не нужно хвалиться. Да. Свет дает мне силы. Приказывайте. Я служу с... Ваша честь. Во имя православия. Конечно. Разумеется. Отличный план. Где враг? За честь и отвагу! Не так быстро. Чем могу помочь? Дайте цель! Я служу свету. Капец, конечно, жесткий этот Малганус. Конечно. Да, господин. Опять работает? Все башни до единой вынес. Я пошел. Угу, хорошо. Ну, я пошел. Хорошо, хорошо. Угу, хорошо. Угу. Хорошо. Да. Свет дает мне силу. Отличный план. Положись на меня. Где враг? Не нужно кланяться. Отличный план. Конечно. Кто на зло у жрецов мана кончилась. На что жалуетесь? Ну, конечно, у них внутренний огонь в автокасте, поэтому неудивительно. Разумеется. За честь и отвагу! Конечно. Job done. Свет дает мне силу. Job done. Я служу свету. Отличный план. Разумеется. За честь и отвагу! Я готов. Не хватает золота. Не нужно кланяться. Конечно. Что они базы не перестраивали по новым? Повезло. Job done. Research complete. Job done. Job done. Job done. Опять работа. Чё там достичь невозможно, ну, блин, врун. Угу. Хорошо. Я служу свету. Не хватает золота. Не хватает золота. Офигеть, они Тебя? Еще и не все башни Разумеется. Построили. На нас напали. Чё за херота? Золота. За честь и отвагу. Job done. Да, господин. Job done. Upgrade complete. Конечно. Наш город осаждают враги. Ай, мразоты. Я ж только с одной стороны закрепился. Во имя православия. То есть отбил. Офигеть. Что этот Фроствирм творит вообще? Наш город осаждают враги. Зоркий глаз. Охренеть. Где враг? А что так жестко? Да, не нужно хватиться. Отличный план. Конец. Да, мило. Я служу свету. Чего? Ну? Не хватает золота. Не хватает золота. Во имя правосудия. За честь и отвагу! Приказывайте! Где враг? Разумеется. Свет дает мне силу.
Так точно. Да, сэр. Будет исполнено. Охренеть. Это было очень сложно. Да. Угу. Не могли лагерь вынести. Почему просто фирмы такие имба вдруг стали? Я служу свету. Здесь, кстати, еще Голдман есть. Блин, он же под носом удас. Отличный план. За честь и отвагу. Разумеется. Отличный план. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Во имя православия. Не нужно кланяться. Отличный план. Конечно. Свет дает мне силу. Поздно просить пощады. Теперь я действительно готов. Где враг? Разумеется. Так, зачистили. Конечно. И пошли отсюда. Отличный план. Поскорее. За честь и отвагу. Конечно. Job done. За честь и отвагу. Они получат по заслугам. Отличный план. Я служу свету. Разумеется. Свет дает мне сил. Да. Хорошо. Хорошо. На нас напали. Конечно. Разумеется. Не нужно кланяться. Отличный план. За честь и отвагу. Да, бежали отсюда. За честь и отвагу. Разумеется. Отличный план. Что-то, блядь, разбушевалось. За честь и отвагу. Это Балгадус. Отличный план. Разумеется. На нас напали. Отличный план. Налево. Разумеется. За честь и отвагу. Надо под башней их подвести. Нет, капитан. За честь и отвагу. Здесь нельзя строить. Отличный план. Разумеется. За честь и отвагу. Что за трындец? Где враг? Разумеется. Я служу свету. Отличный план. Свет дает мне силу. Почему всего несколько юнитов такое value для него вносят, не пойму. Разумеется. Не наш город осаждают враги. Свет дает мне силу. Где враг? Я служу свету. Отлично, комплекс. Во имя правосудия. Разумеется. За честь и отвагу. Не встать, конечно. Свет дает мне силу. Я служу свету. Где враг? Конечно. Отличный план. Разумеется. Напал так напал, блин. Да. Я готов. Хорошо. Во имя правосудия. За честь и отвагу. Конечно. За честь и отвагу. Жду приказа. Ждем приказами. Я готов. Не понял, куда... Опять работать? Его уничтожили все-таки? Блин. Ну, я пошел. Гений. Хорошо. Не нужно кланяться. Отличный план. Да, господин. Угу. Ну, я пошел. Хорошо. На нас напали. Хорошо. Угу. Хорошо. Свет дает мне силу. Разумеется. Конечно. Я служу свету. Где враг? Отлично. Да, милорд. Во имя правосудия. Свет дает мне силу. За честь и отвагу. Не нужно кланяться. Во имя правосудия. Да.
Хорошо. Job's done. Угу. Ну, я пошел. Хорошо. Job's done. Ждем приказаний. Разумеется. На нас напали. Job's done. Где враг? Свет дает мне силу. Главное, чтобы в этот лагерь никто не приперся. Конечно. И более-менее окей все будет. Потому что ходить туда, оборонять, извините, сил у меня нету. Я служу свету. Итак, ситуация херовая. Отличный план. Наш город осаждают враги, разумеется. Чего? Угу. Хорошо. Да сколько там просто вирмов летунов? Что это вообще за отряды, которые за две минуты строятся? Хорошо. Я служу свету. Ждем приказаний. Я в вахерах, как вы тут, блин, хозяйничаете, как у себя дома, а? Разумеется. Где враг? Конечно. Почему фруствирма имба такая? Отлично. Во имя права. Зоркий глаз. Почему им урон практически не наносится? Свет дает мне силу. Отличный план. Разумеется. Думаешь? Я служу свету. Где враг? За честь и отвагу! Сейчас кто-нибудь умрет. Конечно. Ждем приказаний. Не нужно плавиться. Во имя права. Разумеется. Куда стрелять? Свет дает мне силу. Шоке. Почему они такие непробиваемые? Я служу свету. Они всегда легко выносили с грифонами. Что здесь автор сделал, блин, с ними? Что у них такой лютый сплэш, гигантские уроны, они неубиваемые все. Не нужно кланяться. Да, господин. Да. Хорошо. Ну, я пошел. Upgrade complete. Хорошо. Угу. Ну, я пошел. Неужто толпа грифонов тут не вытащит? Во имя правосудия. Отличный план. А, у нас древесина кончилась. Классно. Чего? Опять работа? Хорошо. Где враг? Ждем приказаний. Я готов. Зоркий глаз. Классно, конечно, теперь у меня голда все будут, все ресурсы на эти башни будут дурацкие уходить, которые бесполезны практически, но без них они нас точно пронесут. Не нужно. Я готов. Какой же это бред. А, ну еще и на 10% вместо 20 поднимается хп. 3251. Хорошо читает StarCraft. Изумительно, я бы сказал. Опять работа. Что он делает? Хорошо. Я служу свету. Наш город осаждают враги. Конечно. Разумеется. Да что это за отряды 100 на 100? Отличный план. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу. Думаешь? Я служу свету. Отличный план. Разумеется. Конечно. Да господи! Алло! Где враг? Что это за хрень? По имя правос... За честь и отвагу. Не нужно. Мне просто все в нулину вынесли. Отлично. Все! Что это за бред? Разумеется.
что за бред? Как? Так, дубль 2, что ли, не знаю. Let's go. Хорошо. Чего? Хорошо. Во имя правосудия. Попробуем что-нибудь с этим сделать. Да. Да, хорошо сделал. Я служу свету. Он просрал. Конечно. Отличный план. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Я несу исцеление. Свет дает мне силу. Жалкий глупец. Отличный план. Я готов. Upgrade complete. Хорошо. Не знаю, буду надеяться, что сюда не нападут. Ну, я пошел. Не нужно кланяться. В таком случае надо занимать 3 экспанда. За честь и отвагу. Конечно. Отличный а план. А не в двух местах быть, как бы. За честь и отвагу. Блин, разумеется. Я не знаю, как. Конечно. За честь быть с лагерем фиолетовых. Разумеется. Отличный план. Просто их хочется побыстрее вынести. Разумеется. Чтобы они не елозили. Ну, блин, вы видите, да, что делать за чисто лагерь Малгануса? Отличный план. Соло, блин. Где враг? Конечно. За честь и отвагу. Да, господин. Во имя правосудия. Конечно. Отличный план. Разумеется. Не нужно кланяться. Отличный план. The sword. It's devouring the undead and replenishing my powers. I knew it would ensure our victory. Конечно. За честь и отвагу. В чем проблема? Ваша воля. На нас напали. Где враг? Короче, лайфстил у него, я так понял. Конечно. Разумеется. Свет дает мне силу. Попробуем, чё. Немного Артису помогли, отошли и вернулись. Задефали. Наверное, такой тактикой будем играть. А чё ещё делать? Job done. Я служу свету. Отличный план. За честь и отвагу. Конечно. Не нужно кланяться. Я готов. Research. На нас напали. Ну, я пошел. Хорошо. Угу. Где враг? Разумеется. Отличный план. Во имя права. Я готов. На что жалуетесь? Свет дает мне силу. Ладно. Приступай. Я готов. Конечно. Как же мы их долго ковыряем, не а? Не нужно кланяться. За честь и отвагу. Да, мой друг, повернись. Я готов. Разумеется. Отличный Job план. Done. Конечно. Job done. Job done. Где враг? За честь и отвагу. Отличный план. Да, господин. Хорошо. Хорошо. Я служу свету. Job done. На нас напали. Неплохая мысль. Опять работа? Чего? Job здесь done. Нельзя строить. Ну, я пошел. Угу. Ну, я пошел. Хорошо. Не нужно кланяться.
Во имя... Чем я могу? Свет дает мне силу. Я служу свету. Долго, конечно. Никто не нападает. Отличный план. Upgrade complete. Конечно. За честь и отвагу! Где враг? Job's done. Свет дает мне силу. Это странно. Да, господин. Я готов. Во имя правосудия. Вот, пожалуйста. На нас напали. На нас напали. Да, капец, это жутко. Он там что, 20 уронов в секунду наносит, что ли? Свет дает мне силу. Отличный план. Да, на нас напали. Чего? Во имя правосудия. Не нужно кланяться. Что прикажете? Я служу свету. Где враг? Отлично. На нас напали. Да, сэр. Так точно. Будет исполнено. На нас напали. Так точно. Да, сэр. Research complete. Конечно. Свет дает мне силу. Опять работает? Я готов. На что жалуетесь? На нас напали. Где враг? На нас напали. Я готов. Чего? Upgrade complete. Хорошо. Угу. Да, господин. Ну, я пошел. Так, хорошо. Ну чё, пацаны, бросаем все дела, строим кучу новых таверок. Я пошел. Не нужно кланяться. Конечно. Разумеется. Отличный план. За честь и отвагу. Ваша честь. Свет дает мне силу. Конечно. Job done. Отличный план. Разумеется. Да, милорд. Чего? Хорошо. Да. Угу. Хорошо. Я служу свету. За честь и отвагу. Разумеется. Job done. Не хватает, на нас напали. Во имя правосудия. Да, господин. Ждем приказаний. Не хватает золота. Так, скорее расправляемся с этими фиолетовыми и бежим в лагерь, пока... Отличный план. Нас не стали дербанить. Особо не важно, похер на этот зиккурат, что он там есть, он вообще, разумеется, погоду, можно сказать, не играет. За честь и отвагу! Чего? Да. Ну, я пошел. Опять работа. Да, господи. Upgrade complete. Хорошо. На нас напали. Конечно. Конечно, мы наткнулись на них. Отличный прямо план. Здесь. Конечно. Разумеется. Конечно же, мне всех престов решили вынести. Вместе с капитаном в придачу. Свет дает мне силу. Во имя правосудия. Конечно. За честь не нужно кланяться. Моя армия рассыпается, блин, а. Свет дает мне силу. Сколько там? 1-2 фрустфирма было. Я служу свету. За честь и отвагу. Во имя правосудия.
Конечно. Стенкой ставера, и половину вынесли. Да. Это при том, что меня еще иди-то прикрывали. Ну, я пошел. Хорошо. Какой-то трындец. Автор с балансом что-то явно надо делать. Он так перемудрил тут, что... Кошмар какой-то. Ну, я пошел. Хорошо. Хорошо, хорошо. Где враг? Я несу из... Отличный план. Опять работа. Чего? Да. Ну, я пошел. Что вы делаете, хорошо, а? Хорошо. Upgrade complete. Ну, я пошел. Опять работа. Свет дает. Поиск пути, конечно, тут тупит. Не нужно кланяться. Я несу исцеление. Job done. Да, господин. Чего? Job done. Job done. Job done. Я служу свету. Я несу исцеление. Конечно. Кстати, забыл про осадные машины совсем. Надо бы их тоже наделать против Росфирма. Хоть они будут. Хотя у них урон маленький против воздуха. Они именно на массированные АОЕ рассчитаны. Но здания могут покоцать зато. У нас ведь, можно сказать, нет ничего, кроме Артаса против зданий. Где враг? Зачем? Я, блин, боюсь из лагеря выходить. Нападут, уничтожат свет мне все. Поэтому вот тут собираюсь великую китайскую стену поставить. Ну, я пошел. Job done. Это уж и страшно. Да. И чё ты встал? Серьезно? А какого хера они в этот раз напали отсюда? Посмотрите, вот Фростфирм одну атаку сделал, почти все хп вынес. Это ненормально же абсолютно. Конечно. Отличный план. За честь и отвагу. Разумеется. Job done. Job done. Я служу свету. Отличный план. Как с этой машиной драться, а? Где враг? Конечно. Свет дает мне силу. С Фростфирмами что-то не так. Они как будто за один раз 5-6 раз урон наносят. Чего? Они не должны так много урона наносить. Конечно. Job done. Job done. Да? Опять работа? Да, господин. Ну, я пошел. Хорошо. 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 Ждем приказаний. Блин, у нас дерево кончилось. Да. Ой. Свет дает мне силу. За честь и отвагу. Job done. Job done. Upgrade complete. На нас напали. Конечно, разумеется. За честь и отвагу. Ждем приказаний. Где враг? Разумеется. Отличный план. Не нужно кланяться. Конечно.
Отличный план. Job done. Job done. Разумеется. Job done. За честь и отвагу! На нас напали. Во имя правосудия. Да, мило. Свет дает мне силы. Разумеется. За честь и отвагу! Конечно. Отличный план, конечно. Ждем приказаний. Job done. Да, господин. Хорошо. Job done. Хорошо. Не нужно. Job done. Разумею. Чего? Не хватает дерева. Опять работа. Кошмар. На дерево напали. Кончилось. Я служу свету. Золото-то так дерево, блин, конечно же. Как иначе? За честь и отвагу! Конечно. Отличный план. Наш город осаждают враги. Разумеется. Конечно. Ждем приказаний. Вот стой его на минуту из лагеря отлично. Посмотрите, КДС сколько там? 3 минуты прошло. Я так как до этого еще минуту назад где-то началась. Не нужно. Получается, что где-то 4 минуты между атаками. Это очень маленький тайминг. Почему так Фростфирма эффективно проносит грифона, а грифона их нет? И так не должно быть. Алло, что это за дисбалансчина? Конечно. Где враг? Приказывайте. Не нужно кланяться. Конечно. Разумею. Во имя кошмар, их так долго ковыряют-то как, а? Да, хорошо. Ну перемудрил автор с балансом, перемудрил. Ну, я пошел. Угу, два Фростфирма не должны такое строить. Гигантское вэлью давать. Здесь нельзя строить. Хорошо. Кто-нибудь ранен? Да, господин. Ну, я пошел. Хорошо. Угу. Хорошо. Upgrade complete. Я служу свету. За честь и отвагу. Кошмар, как мы много потеряли, а. Что делать? Мне дерева не хватает, а? Свет дает. Чего? Ну, что я... Research complete. Хорошо. Где враг? Золото я тоже готов. Не бесконечно, кстати. Отличный говоря. Оно когда-нибудь закончится. Я готов. Жду приказаний. Я готов. Во имя правосудия. Блин, придется тут какую-то хитрость изворотливую придумать. Жду приказаний. Job done. Job done. Job done. Опять работа. Ну, да. Опять работа. Чего? Upgrade complete. Блин, они вроде с одной стороны стали нападать. Я не пойму этот алгоритм. То он там, то сям нападает. Конечно. Бесит это. Job done. За честь и отвагу. Отличный план. Наш город осаждают враги. Конечно. Разумеется. Зашибись. Вот ни с того ни с сего он сюда решил напасть. Посмотрите на эту армию бессмертную.
За честь и отвагу! И сейчас они направляются сюда! Попадает золото. Отлично. Да, господин. Наш город осаждают враги. Разумно. Ждем приказаний. Смотрите, это что за ё-моё сплэш? За честь и отвагу. Безумный дикий сплэш. Отличный план, конечно. Где враг? Разумеется. За честь и отвагу. Свет дает мне силу. Конечно. Отличный план, разумеется. За честь и отвагу. Почему с одной тычки Фростфирма так много наносится? Думаешь? Свет дает мне силу. Конечно. Отличный план. Где мои, блин, грифоны вообще? Разумеется. Ждем приказаний. Во имя правосудия. Конечно. Куда стрелять? Где враг? За честь и отвагу. Все, пошли. Отлично. Что ли лагерь атаковать? Опять работа. Хорошо. Хорошо. Соседи рядом с ним. Свет дает. Пашни там расставим. Во имя правосудия. А я других вариантов в принципе не вижу. Разумеется, конечно. Не нужно кланяться. Разумеется. За честь и отвагу. Я служу свету. На них надо давить сейчас прямо. Да. Да, господи. Чего? Ну, я пошел. Блин, трое? Четверо же было. Ну, я пошел. Хорошо. Отличный план. Да, господи. Не нужно кланяться. За честь и отвагу. Я только двоих Фростфирмов убил, или сколько там? Какого черта? Где враг? Разумеется. За честь и отвагу. Отличный план. Разумеется. За честь и отвагу. Чего? Ну, я пошел. Хорошо. Хорошо. Ну, я пошел. Во имя правосудия. Конечно. Где враг? Свет. Я служу свету. Разумеется. Конечно. Job done. Да. Хорошо. Ну, я пошел. Свет дает мне что приказ. Не нужно кланяться. За честь и отвагу. Отличный план. Во имя правосудия. Job done. Где враг? Разумно. Да, хорошо. Хорошо. Я служу свету. Конечно. Во имя правосудия. Да хорош уже их ковырять, а. Ждем приказаний. Свет дает мне силу. К бою готов? Да. Где враг? Разумею. Чего? Во имя правосудия. Жду приказаний. На нас напали. Конечно. Отличный план. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Чем могу помочь? Вашу. Где враг? Ты что, заблудился, что ли, а? Свет дает мне силу. Дебила. Во имя правосудия. Куда стрелять? Не нужно кланяться. Разумеется. Отличный план. Где враг? Свет дает мне силу. Я служу свету. Не нужно. Я несу исцеление. Конечно. За честь и отвагу. Отличный план. К бою готов. Я готов. Во имя. Чего? Хорошо. Не нужно кланяться. Разумеется. Скорее бы откадышилось, а? Мне небольшое подкрепление не помешало бы. Отличный план. Где враг? За честь и отвагу.
свет. Я несу исцеление. Я служу свету. Не нужно кланяться. Конечно, разумеется. Отличный план. Свет дает мне сил. Я служу свету. Я несу исцеление. Опять работа. Где враг? Разумеется. А, ну хотя бы так их на коротком поводке можно держать. За честь и отвагу. Но это наше отличный преимущество план. Тоже не вечное. Я служу свету. Ждем приказаний. Свет дает мне сил. За честь и отвагу. Мочи его, пока он тупит. Разумеется. Отличный план. Конечно. Я служу свету. Во имя православия. Где про нас напали? За честь и отвагу. Разумеется. Да, господин. Угу. Хорошо. Я служу свету. Отличный план. Где враг? Во имя правосудия. Кто-нибудь? Чем могу помочь? Конечно, у нас не атака, ни то, ни другое, ни о чем тут. Разумеется. С этим надо что-то делать. Во имя правосудия. Отличный план. Не нужно кланяться. Свет дает мне силы. За честь. Жоркий глаз. Я в шоке. Ну, блин, тут явно неправильные настройки с Пуша, поэтому он так много наносит дамага. Разумеется. Конечно. Да, господин. Я служу свету. Свет дает мне силу. Да. Хорошо. Хорошо. Угу. Во имя правосудия. За честь и отвагу. Отличный план. Ждем приказаний. Золотой рудник скоро иссякнет. Ну, рудник иссякает. Конечно. Самое время. Отличный план. Чем могу помочь? Вашему. Да будь, на что жалуетесь? Я служу себе. За честь и отвагу! Так, неплохо, машинки свою работу делают. Во имя правосудия. Чего? Хорошо, хорошо. Да! Свет дает мне силу. Неужто прорвали блокаду? Разумеется. Тропаводок не хватало-то как, а? На что жалуетесь? Евро. Отличный план. Я служу свету. Не нужно кланяться. Я готов. Во имя правосудия. Наш город осаждают враги. Свет дает мне силу. За честь. Я готов. Да, завод надо уничтожить. То есть костяной двор. Я служу свету. Конечно. Наш город осаждают враги. Хорошо. Ну, я готов. Здесь нельзя строить. Во имя правосудия. Отличный план. За честь и отвагу. Разумеется. Отличный план. На нас напали. Все, мы их сильно прилетели. Не нужно кланяться. Наш город осаждают враги. Конечно. На что жалуетесь? Вашему. Наш город осаждают враги. За честь и отвагу. Разумеется. Не хватает маны. Свет дает мне силы. Отличный план. Чтоб
приказ. Наш город осаждают враги. Так, начинается массовое истребление. Выполню любовь. Кто-нибудь ранен? Вашим. Я служу свету. За честь и отвагу. Разумеется. За честь и отвагу. Где враг? Отличный план. На нас напали. Чего? Хорошо. Угу. Во имя правосудия. Свет дает мне силу. Золотой рудник обрушился. Опять на нас напали. На нас напали. Конечно. Чем могу помочь? Да будет так. По бою готов? Так, ну все вроде бы. От основной угрозы тут избавились. Где враг? Разумеется. Жду приказаний. На нас напали. Фух, еще немножко бы я бы тильтанул. Я служу свету. За честь. Во имя правосудия. Разумеется. От бою готов? Конечно. На нас напали. Ваша честь. Да, сэр. Уже в пути. Свет дает мне силу. Чего? Опять работа? Где враг? За честь и отвагу. Стали золото не добываете. Разумеется. Конечно. На нас напали. Черт, тут по суше не ходят, все перестраивает. Надо срочно ему помешать. Ну, впрочем, времени нас навалом. Я служу свету. За честь и отвагу. Отличный план. По всей видимости, он тут один бегает. Конечно. Разумеется. Во имя... Да, господин. Да. Хорошо. Так, ребят, у вас еще работа свет есть. Свет дает мне силу. Отличный план. Где враг? Разумеется. За честь и отвагу. Так, ну скажите уже, что все. Свет дает мне силу. Конечно. Разумеется. Конечно. Фух. So, you've taken up Frostmourne at the expense of your comrades' lives. Just as the Dark Lord said you would. You're stronger than I thought. You waste your breath, Mal'Ganis. I heed only the voice of Frostmourne now. You hear the voice of the Dark Lord. He whispers to you through the blade you wield. What does he say, young human? What does the Dark Lord of the Dead tell you now? He tells me that the time for my vengeance has come. What? He can't possibly mean to... It is finished. I'm so tired. Ну, сейчас будет наверняка стена текста, которую все и так знают. Ну, перевод, по идее, все равно я... ставлю. Ну, смысла синематик смотреть нет, мы и так тоже его все знаем. Что ж. Походу, это вся компания. И пора подвести какой-то итог. Ну, что можно сказать вообще? В каких-то местах неплохо, в каких-то местах откровенно плохо, и таких мест куда больше. Особенно, конечно, проблемная дыра — это баланс
с балансом явно что-то не так, особенно в последней главе. Это вообще особо непроходибельно. Те же изменения, например, с добавлением вейгейтов вообще ни к силу, ни к месту, и зачем они нужны, я не знаю. Как бы смысла в этом особо, наверное, нет. Ну ладно, в четвертой главе еще как-то можно понять, сократить путь, да, и то они автоматом этими вратами не пользуются, так что они... от них толку нет. В Warcraft 3 ты привык, что войска идут через них, а здесь тебе надо непосредственно их отправлять прямо во врата, чтобы они переправлялись через них. А так, если они идут, гораздо проще, конечно же, если они пройдут весь путь так быстрее и легче. Вот. В шестой главе вообще, конечно, если честно, смысла не вижу, но если только ты в самом начале не пойдешь, не сделаешь этот квест, только тогда можно зачистить одну часть, потом через телепорт пойти зачистить другую часть. И все. В остальном же это вот приведение цифр к балансу, к 25-кратному, ко всему, просто я не знаю зачем. Это лишнее, это не нужно было. И как итог, мы имеем какой-то довольно странный хард, местами простой, местами практически непроходимый. И это все, в общем, странно. Не сказать, что норм, не сказать, что прям все плохо. Но тем не менее. Мне понравился, допустим, визуал в Нортренде. Довольно классно смотрится вот этот снег, все эффекты. Хоть и на модельках самого третьего Варкрафта тоже видно, что как-то... не очень, с определенными артефактами. Тут уже, конечно, дело движка Старкрафта. Но хорошо, хоть фишки из той самой миссии в Ходсе переняли. Это прикольно. Что еще? Да мне особо нечего подменить. Вот тот единственное, что, наверное... как и в предыдущей кампании, не сохраняется выбор сложности, и все значки отмечены так, словно я уже их закрыл, все это прошел, хотя в Reforged на деле все не так, они пустые, пока ты их не пройдешь на какой-то сложности, потом это отмечается, на какой сложности ты проходил. Вот. Ну, собственно говоря, как-то так. Впечатления у меня смешанные, я не в восторге от этого, но как-то и не ждал сильно большого, много крутого. Вообще, пойдет на разочек, особенно тем, кто не пробовал играть разные переделки третьего Варкрафта, и у кого есть второй Старкрафт, хотя что тут, он бесплатный же, как бы, так что в любой момент можешь в игротеку зайти и поиграть в это дело. То есть это абсолютно бесплатно, в отличие от Reforged, например, для которого надо купить Reforged, чтобы сыграть него. В общем, моя оценка где-то варьируется в районе 7-8 из 10 на это творение, на эту кампанию конкретно. Ну, будем ждать тогда кампанию Undead'ов. Интересно, кто быстрее, Reforged будет или он. Хотя глупое сравнение, очевидно, что Zero Reborn быстрее выйдет, потому что работы меньше. Переносить не так много, и плюс буквально на виду у тебя готовый материал, как что должно выглядеть, просто делай примерно так же, как сделано в оригинале, а вот Reforged это полная переделка. В общем, это все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе, оставляйте комментарии, с вами был Павел Первый, еще увидимся, всем пока!